Добрий день, шановні друзі. Якщо краса справді врятує світ, то станеться це передусім завдяки таким творцям і митцям, як мій сьогоднішній співрозмовник. Сьогодні у нас в гостях видатний кутюр'є, художник, архітектор, письменник, просто видатна людина, Пако Рабан. месье Ван, я очень рад, что вы сегодня к нам приехали. Я представляю, насколько для вас такого занятого человека приехать в Киев и прийти к нам в студию. Спасибо. Добрый день, Это мой третий приезд в Украину. Киев, город, который я очень люблю, и для меня большое удовольствие находиться здесь. Я отметил для себя, что здесь потрясающая архитектура. В прошлом году мне посчастливилось побывать на фестивале «Киевский подиум» и по достоинству оценить таланты украинских дизайнеров. Но нынешнему приезд — нечто особенное. Я собираюсь показать рисунки, которые создавал в течение 40 лет. Это черно белые графические работы, выполненные в одном стиле. Рисую я с 7 лет, даже когда учился в школе изящных искусств в Париже, не переставал терзать бумагу. В 30 лет я начал заниматься высокой модой в Париже. Создавал как кутюрье платья из металла, пластика, бумаги. Я хотел, чтобы мода была современной, чтобы она принадлежала своей эпохе. Мои работы, независимо от того, архитектура это, мода или живопись, всегда символичны. Меня очень занимает лицо человека. Вы знаете, я для себя сделал потрясающее открытие. В нем отражено все прошлое и будущее нашей цивилизации. Форма ушей, разрез глаз, форма носа. Все символично. И я старался передать это в своих глубоко личных, даже интимных и одновременно простых рисунках. На них нужно смотреть по-особенному. На каждом из этих рисунков изображено лицо человека, всегда одинаковое, но всегда неповторимое. Оно спрашивает: почему? Почему жизнь? Почему религия? Почему люди? Почему мужчина? Почему женщина? Создавая на протяжении 45 лет эти sens, картины, dessin, я, я ищу смысл и жизни. вы говорите о религии. Я знаю, что ваша мама молилась на Карла Маркса, а ваша бабушка молилась Богу. Как вы, что вы думаете о религии? Религиозный ли вы человек или вы в душе марксист? Меня воспитали две женщины, которых я очень любил. Мать, дама рациональная, прагматичная проповедовала диалектику марксизма. Бабушка была шаманкой и любила символизм. На мой взгляд, они обе были правы. Поэтому я смотрел на мир двояко. видел вещи, которые меня окружали с рациональной точки зрения, но в то же время понимал, что есть и другое объяснение их природы, причины их существования. Поэтому, еще будучи ребенком, я пытался все это понять. Пытаясь найти правду, я прочел все священные книги мира, веды, Тору. Библию, Коран. Коран. Я пытался Ты все это говорить. понять. Но в глубине души я христианин, потому что мне посчастливилось трижды увидеть Бога. Каким образом? Впервые я увидел Бога студентом, когда мне было 20 лет. В тот день я не играл в футбол, а сидел на скамье запасных игроков. Шел дождь. Надо сказать, что в то время я очень много молился. И у меня как-то вырвалось. Господь, если ты есть, покажись. Вдруг дождь перестал идти и передо мной возникла огромная радуга. Я покинул свое тело и оказался перед огромным солнцем, от которого шли лучи правды, справедливости, доброты, вечности. Какой-то голос внутри произнес, ты можешь представить меня себе таким. Я снова очутился на футбольном поле, совершенно потрясенный. Голова шла кругом. Что же со мной произошло? Ведь Бога увидеть невозможно, а я увидел. Двадцать лет спустя мне было уже сорок. Я ехал в такси по Парижу. Мы стояли в пробке, когда я услышал тот же внутренний голос. Ты хочешь увидеть меня снова? Я ответил да. Опять я покинул свое тело. Я чудился перед огромной раскаленной спиралью ярко-красного цвета. Голос сказал, ⁇ Ты видишь? Я спираль. Потому что такова форма жизни на Земле. Так закручиваются ДНК в теле человека. ⁇ И первые маленькие ракушки, появившиеся в те незапамятные времена, когда зародилась жизнь. Точно так же, вращаясь, движется планета в галактике. Это был потрясающий урок, В третий раз я увидел Бога, когда мне было 60 лет. Всевышний спросил меня, ⁇ Ты хочешь увидеть меня снова? ⁇ Я ответил, ⁇ Да ⁇ И передо мной предстало невероятное зрелище. Бесконечное море. Все это огромное пространство заполняли шарики, похожие на жемчужины. «У вас, людей, нет воображения», — сказал мне Бог. «Вы думаете, что я создал только один мир?» Однако сколько я существую в бесконечности, в вечности, столько и создаю миры, Жемчужины, которые я, ты видишь, это континуум пространства и времени. Все три раза, когда я видел Бога, Он учил меня чему-то универсальному, всеобъемлющему. Именно поэтому я очень любопытный человек живу. Маленький ремесленник, который делает платья, маленький художник, рисующий графику. Но Бог дарит мне свою любовь, жизнь ко мне добра. Мне посчастливилось задать нужные вопросы в нужный момент. Я не принадлежу ни к какой секте, ни к партии, ни к группе. Правда, в молодости я был комсомольцем. Но сегодня я просто человек, пытающийся понять, почему мы пришли в этот мир. И так как до сих пор мне не удалось найти ответ, я рисую, рисую, рисую каждый день. Псерабан, для многих советских людей слово «Испания» в свое время было синонимом слова Коммунисты испанские, испанские дети, Долорес и Барури, но Ой. пасаран, лучше умереть стоя, чем жить на коленях Но пасаран Я знаю, что вы родились в стране басков и ваша мать была одним из руководителей испанской коммунистической партии Я знаю, что она вас привезла в Москву и представила самому Сталину Что это была за встреча и как так получилось и какое впечатление на вас произвел Сталин? В 50-е годы Сталина окружала зловещая атмосфера, от него исходил некий магнетизм, и это, и это чрезвычайно впечатляло. Его боялись. Он нагонял страх. И это было невозможно не почувствовать. Но я был молод и восхищался им. Вы знаете, это потрясающе, что в своей жизни я встретил множество выдающихся политических деятелей, королей, президентов, великих художников, таких как Пикассо и Дали. Наверное, я был знаком со всеми. В силу моей профессии я объездил всю планету. На моем счету 30 кругосветных путешествий. Эти странствия сделали меня проще, de, de humilité, de humilité, смиреннее. Они наполнили меня любовью к, к людям. Мне нравится жить в обществе. Из меня не получается надменный капиталист, при том, что Et я зарабатываю как, как, как представитель капиталист. этого класса. Я всем и каждому друг. Ведь жить ⁇ это удивительно. Если бы только люди знали, как им повезло, что они пришли в этот мир. Однако в обществе, где я живу, на улице полно спящих прохожих. Они не живут, а спят. Как сам движутся от кровати до места работы, с места работы в кровать. Они еще не проснулись. Не задали вопрос. У них не горят глаза. Они не стараются понять других людей. Познать планету, догопаться до причин того, что на ней происходит. А в этой жизни нужно быть любопытным. Потому что у каждой вещи есть свое скрытое значение. Ничто не существует случайно. Серабан, возвращаясь к Сталину, он был шаманом, на ваш взгляд? Нет. Он был очень харизматичной магнетической личностью, как и все великие диктаторы, как самые жесткие преступники. Сейчас я не восхищаюсь Сталиным, но ведь тогда я не подозревал о существовании Гулага. В то время мы, люди, жившие на Западе, не знали многих вещей. Только потом нам открылась правда. Я невероятно рад, что страны Восточной Европы развиваются. Что путешествуя, я могу встречать по всему миру русских, украинцев, поляков. Наконец-то планета принадлежит всем. И это потрясающе. Вы один из самых ярких представителей мира высокой моды. Скажите, высокая мода, те, кто руководят высокой модой, это мафия? Мне посчастливилось жить во Франции, которая управляет самой большой мафиозией. Жак Ширак. На его секретном счету в Японии миллиарды долларов. Это я к тому, что самые большие мафиози не на Востоке, а на Западе. Что же до клана Кутюрье, сейчас цивилизация меняется. Высокая мода была создана для того, чтобы одевать аристократию, королей, принцев, герцогов. Этих людей больше не существует. Высокая мода уходит в небытие. На смену ей приходит претапорте, приобретая мировой масштаб. То, что я видел здесь, на киевском подиуме, и были очень красивые модели прет -а Кутюри сейчас занимаются больше аксессуарами, поясами, сумками, украшениями, парфюмерией. Это приносит нам большие деньги. Дизайнеры сами по себе также развиваются, их все больше и больше интересуют различные строения, интерьеры и все, что с ним связано. Одеяло, утварь, предметы обихода и так далее. Людей из нашего творческого цеха, Армани, Версачи, меня и других, занимает искусство украшать свой дом, то, что вокруг нас. Акцент делается не на одежду человека, а на то, что его окружает. Это может быть и архитектура, и мебель. В общем, все, что связано с дизайном. Этим и будет определяться тенденции ближайшего времени. В этом направлении пойдет эволюция. Вы настоящий дипломат, вы очень умело ушли от вопроса о мафии. Тем не, Нет. Тем не менее, Нет, мне пришло... На Западе мафии называют людей которые здесь, gens, на Востоке, э, занимаются и, бизнесом. С другой стороны, Кем тогда считать министров и президентов, которые воруют деньги на Западе? Еще больше. Да, на Востоке министры денег не воруют, они все на Западе. Нет, нет. Ваше общество нормально развивается. Это эволюция в другом направлении. Вы переходите из общества, где деньги принадлежали государству, в общество свободы бизнеса. Конечно, в нем будут преуспевшие предприниматели, и те, кто добиться успеха не может. Всегда есть люди более сообразительные, чем другие. Это не преступление зарабатывать деньги. Речь идет о нюхе, о некой коммерческой жилке. Настоящий бизнесмен чувствует, что в этом направлении нужно работать, здесь можно сделать деньги. В вашей стране есть преувеличение, перебор в этом плане, но на Западе он куда больше. Мне приходилось слышать не раз, что в мир высокой моды в эту замкнутую касту невозможно попасть просто так человеку традиционной сексуальной ориентации. То есть для этого нужно иметь нетрадиционную сексуальную ориентацию. Это так или нет? Ну, 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 ну. Нет. Ну, 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 ну. Совсем нет. Вы имеете в виду гомосексуализм? да, да. Каждая четвертая женщина лесбиянка. Каждый седьмой мужчина гомосексуалист. Посмотрите, сколько гомосексуалистов в армии. Но они не говорят об этом. Скрывают свои пристрастия, потому что у военных однополая любовь запрещена. В мире моды столько же геев, сколько и в армии. С той разницей, что в мире моды они одеваются в розовое, зеленое. Вставляют себе в волосы перья, поэтому кажется, что там их больше. А в церкви? Вы следите за судебными процессами над священниками-гомосексуалистами, которые проходят сейчас в США? А в Париже сейчас идет нашумевший процесс над священником, который в течение 40 лет насиловал детей. Гомосексуализм — это проблема не конкретно представителей моды или армии, а вообще людей. Хотите знать, что я об этом думаю? Да. Природа умная. Она защищается. Сегодня на Земле живет 7 миллиардов человек. Через 50 лет их станет уже столько, что невозможно будет найти стакан чистой воды. А человек продолжает размножаться. И у природы нет другого выхода, как попытаться его притормозить. Вот она и придумала то, что в Библии называется сухими плодами. Разновидность людей, которые не могут размножаться. И если население планеты будет дальше и дальше расти, мы придем к цивилизации, где гомосексуалистов и нормальных людей будет поровну. 50 на 50. Рост населения — это одна из причин загрязнения окружающей среды. Человек разрушает природу, загрязняет воду пестицидами, истощает землю, отравляет воздух кислотными дождями, выжигает все живое атомными бомбами. Все четыре элемента, которыми защищена планета, землю, воду, воздух и огонь человек испортил, загрязнил. Плюс к этому он еще и размножается. Мы движемся к катастрофе, апокалипсису. Все великие, все великие люди, вы без сомнения великий человек, являются пророками. Вы тоже пророк? Нет, я не пророк, я никто, я человек, который делает платье, я никто. Вы знаете, в Библии сказано, люди, имеющие глаза, не увидят, имеющие уши, не услышат. Мне кажется, что этот момент настал. Но несмотря на все сказанное, я очень оптимистично смотрю в будущее. Мы покидаем эру рыб, эру христианства, рыбы, которые плавают под водой, и переходим в эру водолея. Это материя, коммунизм. Водолей льет воду сверху. Это живительная влага знания, опыт. Поэтому хочется верить. Если человек откроет свои глаза, он услышит. А в это время... Я рисую, рисую, рисую. Я э, не сомневаюсь, что вы думаете часто о жизни и смерти. Я знаю, что когда вам было 10 лет, у вас произошла какая-то встреча с гробовщиком, которая предопределила ваши взгляды. Что это была за встреча? Вы знаете, ребенком я очень любил бывать на кладбище. Там, там жардин, тихо, fleurs, спокойно, много цветов, поют птицы, потрясающая fleurs, красивая природа. Jour, Однажды я встретил на погости могильщика, который мне сказал, les, 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 les tombes, ты уже достаточно взрослый, пойдем я тебе кое-что покажу. В Британии на кладбищах есть маленький домик, который называется Асуарий. Туда сносят выкопанные деревянные гробы. Дело в том, что во Франции каждые сто лет гробы выкапывают. Иначе не будет места для новых захоронений. Могильщик взял крышку гроба, развернул ко мне ее внутренней стороной. И на ней были видны следы от человеческих ногтей. Он сказал мне, что один из пяти покойников оказывается похороненным заживо. Бедняга просыпается в гробу, пытается выйти наружу и умирает от удушья. Попроси, чтобы когда ты умрешь, тебе пустили воздух вены, посоветовал этот человек. Эмболия и все нормально. Но смерти не существует. Мы переходим из мира материи и низких вибраций в мир света и очень высокая вибрация. Это изображено на знаменитых буддийских рисунках «Инь» и «Янь». И в Библии написано, «Дух Божий плыл по воде, И он отделил нижние воды от верхних. То есть материальный мир от духовного мира. Человек постоянно переходит из мира материи в мир духа. И наоборот, из мира духа в мир материи идет непрерывная реинкарнация. Христиане верили, что так и есть. Об этом написано в Евангелии от Святого Луки и Матфея. И вы в это верите. Я помню все свои предыдущие жизни в течение 78 тысяч лет, с тех пор, как пришел в этот мир, на эту планету. со времен кроманьонцев. А вы не помните? Я даже последнюю не помню. Ну, это странно. Даже ненормально. У вас нет памяти прошлого? Неужто вы не знаете, что делали вчера? Вчера, да. Позавчера? Нет, я помню, что я делал в этой жизни, но все предыдущие прошли мимо. А я уже 7 лет знал, кем был в предыдущей жизни. И когда я рассказал об этом приходскому священнику в Британии, когда я сказал ему, что я пережил реинкарнацию, он закричал. Это невозможно, так не бывает. Как правило, многим великим людям говорят, что они сумасшедшие. Вам говорили, что вы сумасшедшие? Да, oui. да, oui. да. Oui. Говорили. Oui. Но ведь быть сумасшедшим интересно. Вы знаете игру Таро? Да. Вы знаете, что там есть карта Люмат? Глупец, шут. Этот якобы дурак хорошо понимает, что он делает, и в действительности является мудрецом. Представим, что это вы сумасшедший. И отрицаете все, что я нормальный, знаю и говорю. Так кто же из нас двоих больше не в себе? Это большой вопрос. Вы общались со многими выдающимися людьми нашего времени, и трудно даже сказать, наверное, кого вы не видели, кого вы не знали. Вы упомянули и Пикассо, и Дали. Скажите, Дали был сумасшедший или он удачно разыгрывал из себя сумасшедшего, чтобы о нем все говорили? Нет. Он не был ненормальным. У меня с ним были очень близкие отношения. Он был вынужден изображать из себя сумасшедшего, чтобы встряхнуть людей, чтобы вызвать их интерес. Я говорю я сейчас без околичности, сейчас, потому что мне 73, 73 года. 73 У меня осталось мало сегодня, времени. И перед, перед тем, тем, как навсегда исчезнуть с лица, лица земли, я хочу рассказать людям о том, жизни, что, что было для меня важно. Это простая информация. Я не гуру, не прорицатель, не мэтр. Я человек. Но человек, который всю свою жизнь работал, чтобы что-то понять. Который всю свою жизнь спрашивал, Почему мы пришли в этот мир? Почему жизнь? Почему? Я искал ответы на эти вопросы, и перед тем, как уйти, хочу поделиться найденным. И у многих это вызывает смех. Но смеяться полезно для здоровья. Стало ли для вас потрясением гибель Версачи? Когда имеешь дело с наркотиками, за это приходится платить. Я не курю, не пью, никогда в жизни не прикасался к наркотикам. Я предпочитаю молиться Богу. Мой наркотик — это любовь к Богу, к Деве Марии, к Иисусу Христу. Я опьянен ею. Я знаю очень много богатых людей, миллионеров, миллиардеров, которые предпочитают очень э, просто одеваться в каких-то шортиках, в каких-то холщевых брючках, не броско, не выделяться. Я смотрю на вас, вы тоже, несмотря на то, что творец высокой моды, одеты, в общем-то, не ярко и не броско. Это принцип жизни? Во Франции кутюри, и одеваются, кутюри одеваются хуже и всех. <свят> Человек моей профессии не должен выглядеть шикарно. Не он, а женщина должна быть в центре внимания. Собственно, смысл нашей работы в том, чтобы, создавая, творя, превознести это вечное женское начало. А о себе следует забыть. Женщина это интригующе, потрясающе, невероятно. На нее нужно смотреть, а не на себя. В этом смысл созидания. Вот эту я одел бы так и так. А это и пойдет то или это. это. Мода необходима для того, чтобы открывать в женщине все новые стороны, новые измерения красоты, снабдить ее оружием обольщения. Поэтому я категорически против создания одежды, которая делает женщину смешной. Я ненавижу то, что создает для дома Диор Гальяно. Это отвратительно. Он разрушает женское начало. Многие супермодели не сходят со страниц глянцевых журналов, весь мир буквально на них молится. Скажите, есть ли из супермоделей хотя бы одна женщина, с которой вы бы э, могли теоретически представить совместную жизнь, кто был бы вам прекрасным другом, э, женой с моделью? Нет, нет. <res> Я жил с женщинами, <м yine> которые не имели отношения <раз> к моде. Людям одной профессии очень сложно уживаться вместе. Такие отношения, как у американских артистов. Брэда Питта, Анджелины Джоли. И сколько их союз продлится? Год, два, шесть месяцев. На мой взгляд, Встреча людей, которые подходят друг к другу, совершенно не связана с их профессиональной деятельностью. Правда ли, что сегодня некие миллиардеры скупают на корню весь мир высокой моды, и кутюрье в общем-то остаются неудел? Да нет, высокую моду уже никто не покупает. Сегодня кутюрье дарят свои платья звездам кино, чтобы их одежду носили и чтобы они ней говорили. Все кутюрье, занимающиеся модой, терпят убытки. Зарабатываем же мы, создавая ароматы и аксессуары. Это действительно приносит большие деньги, а с модой покончено. Правда ли, что главную угрозу мировым кутюрье сегодня представляют китайцы, которые одевают миллиарды людей в одинаковые костюмы? Западный мир моды будет разрушен создателями китайской и индийской моды. Это очень дешево, хорошо скопировано. Но я хочу вам объяснить, кто такой миллиардер во Франции. Это тот, кто платит все налоги. 65%. После их вычета остается очень мало. Вы помните свои перевоплощения, свои реинкарнации в течение 78 тысяч лет. Какая следующая? Кем вы себя видите? Я уже не вернусь на Землю. Это моя последняя жизнь здесь. Я ухожу на другую планету, в другую галактику. В моих предыдущих жизнях я был священником в стране Басков. А до этого, в XVIII веке, я был очень известной парижской проституткой. У меня была очень большая грудь, я много работала, зарабатывала большие деньги. А вы не помните, как вы были проституткой? Кем бы вы ни были на другой планете, я не сомневаюсь, что вы будете столь же талантливы и красивы. Не знаю. Все что в руках Божьих. Я хочу поблагодарить вас за тот след, который вы оставили на этой планете, за то, что вы сделали очень много людей счастливее, красивее, лучше. Спасибо вам за это. Я очень хотел бы, чтобы вы покинули нашу планету как можно позже и как можно дольше оставались с нами. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. До свидания. Спасибо. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був видатний кутюр'є, архітектор, художник, письменник, просто видатна людина – Пако Рабан.